Новопаласовском районе состоялось открытие модернизированного кинозала в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». В 2021 году молодежный центр «Спектр» города Паласовки стал победителем конкурса и получил из федерального бюджета на оснащение кинозала современным цифровым оборудованием 5 миллионов рублей. Благодаря модернизации жители Паласовского района теперь смогут смотреть новинки отечественных и зарубежных кинофильмов в новом формате. Напомним, с 2015 года Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественного кино реализует программу, которая направлена на модернизацию кинозалов в малых и средних городах России с численностью населения до 500 тысяч человек. Всего на территории Волгоградской области на сегодняшний день вместе с Паласовским функционируют 25 кинотеатров, выигравших в конкурсе фонда кино. Из них 11 залов открыты в рамках нацпроекта «Культура». До конца 2021 года еще один такой объект появится в Алексеевском районе.